Многодетная семья Кадыровых – одни из победителей алматинского этапа конкурса «Мире Лёдбаса». Родители говорят, главное достижение их жизни – семеро детей. Талантливая семья в сентябре будет бороться за победу в финале республиканского конкурса, рассказывает Галина Полевая. Музыка, пение и танцы в семье Кадыровых объединяют всех. Они выступают и побеждают на городских и республиканских конкурсах. Всегда возил на школу этот инструмент и таскал. И немножко этот, что я сам знаю, этот учил. Любовь к музыке в этой семье от мамы Кунсулу. В 99-м году, когда семья переехала из Шымкента в Алматы, она сразу же отвела детей в музыкальную школу. Тогда, вспоминает женщина, жили во Времянке и было очень тяжело. Все стало налаживаться, когда после рождения тройни им дали квартиру. Участвовать в конкурсе «Мире Лёдбасы» главе семьи Муратбаю, который работает сантехником, посоветовали коллеги на работе. Кадыровы собрали документы, дипломы, сделали клип и неожиданно стали лучшими, хотя в соперниках были 83 семьи. Ну, когда мы участвовали в конкурсе, у нас было сомнение, что мы пройдем этап какой-то. И когда слышали, что мы уже финалисты, нам тоже было интересно, как мы прошли. И там я в первую очередь заметила, что многодетной семьи не было. Старшие дети Индира и Айталкын уже определились с профессией, а у тройняшек все еще впереди. Они поют, танцуют и мечтают о победе на конкурсе, который пройдет осенью в Астане. Галина Полевая, Айдар Абдешев, Хабар, Алматы.